Всем привет! Огромное спасибо всем тем, кто поздравил меня с самого утра и продолжает поздравлять с днем рождения. Ребята, огромное вам спасибо. Думаю, уже многие из названий догадались, что покажу новый аппарат, которым я заменил ленивца. С ленивцем, кстати, все не очень плохо. Он, скорее всего, уже к середине следующего месяца будет полностью в рабочем состоянии. Все там получилось банально не так, как задумывалось. И оказалось, что все под чипом было залито компаундом, который, возможно, бы и нормально удалился, если бы карточка не подвергалась неоднократному термическому воздействию. Это, конечно, уже проверить никак не получится, ну и восстановить карту эту тоже не удастся. Ну а теперь приступим к знакомству с моим новым аппаратом. Ну а вот и сам аппарат. Давайте немножко поближе его рассмотрим. На крышке у нас имеется только логотип Samsung, который имеет небольшое рифление, которое на камеру, думаю, видно не будет. Но... А, нет, видно, сфокусировалось. Прекрасно. Думаю, видно. Больше на крышке ничего нет, кроме зеркального чуть-чуть выпирающего логотипа Samsung. Да, думаю, видно низ малинового цвета. Низ менялся уже мною. Чуть позже расскажу и покажу даже почему. На левом торце аппарата у нас порт для зарядки RJ45, USB 3.0, HDMI. Комбинированный джек 3.5 для наушников и микрофона, и дальше мини-VGA. Единственное вот непонятное для меня, почему нельзя было сделать, допустим, мини либо микро HDMI вместо обычного и сделать сюда второй USB 3.0 либо вместо RJ45, потому что это мало кому нужно. Ну, на правом торце у нас картридер, 2 USB 2.0. И все. Снизу у нас крышка отсека для быстрого доступа к SSD накопителю, оперативной памяти. Ну и, в принципе, больше ничего через этот отсек, не снимая полностью низ, вы ничего не сможете сделать. То есть даже почистить охлаждение вам надо снимать полностью низ. И вот теперь, кстати, покажу наглядно, почему я менял низ. Вот это вот родной низ от этого аппарата, и думаю, уже становится понятно, почему. Низ от похожей модели, думаю, видно разницу, то что... Так, батареечку в сторону родную. И думаю, видно то, что у родного низа нету вот в этой части охлаждения, где находится оперативная память. Но, как по мне, что на одной крышке, что на другой, лучше бы вот эта перфорация под охлаждением была бы вот тут по центру, для забора воздуха снизу. Потому что у этого аппарата по центру находится его маленький скудный вентилятор, его маленькой системы охлаждения. Сейчас я это даже покажу. Охлаждение тут, скажем так, из разряда, чтобы оно было. Ни на что толком оно, как по мне, не годится. И вот такое вот железо. Сейчас тут установлен уже не родной SSD накопитель, сейчас тут уже торчит накопитель от AMD. Вот его маркировка, это 240-гигабайтный вот SSD Radeon R3 на 240 гигабайт. Недавно сменил, потому что родной заводской SSD Samsung уже был с износом в 10% и не шибко меня радует. Также менял еще сам оперативную память, чтобы тут суммарно было 8 гигабайт. И то, ноутбук имеет
такую неприятную особенность, что 16 гигабайт памяти мы сюда не воткнем. Тут всего один слот. Под вот этой наклейкой, ну, думаю, сейчас, если камера сфокусируется, да, сфокусировалась. Думаю, вот в этой части видно, что тут у нас чипы памяти. Тут 4 гигабайта распаяны на плате, и до 8 гигов одной планочкой мы можем вставить уже сами. Итого максимум 12. Этот аппарат оснащен процессором Intel Core i5 второго поколения, Sandy Bridge, моделечка, если не ошибаюсь, 2467M. Точно такой же стоял в MacBook Air 4.1. И, знаете, работает хорошо, но греется. Греется знатно. Температура за 90 переваривают. Это уже не шибко хорошо. Ну, вот как раз-таки родной низ. Да, конечно, ножки, кстати, делал тоже сам в день покупки. Это банально термоклей. Но я бы, может, даже низ бы и не менял, потому что, ну, защелки, тем более, все у него родные на месте. Состояние достаточно хорошее. У малинового низа там сломаны вот по переднему торцу защелки. Вот, кстати говоря, вот тут, думаю, заметно будет, тут у меня нормально двигается вот эта вот заглушечка RJ45, в то время как тут она мною была заклеена снутри на тот же самый хороший суперклей, о котором Денис мне заклеил намертво симтрей на фотоне, который теперь он же будет переделать. Ну и также была заменена батарея на, как изначально Денис мне отдавал батарейку от такого же ноута, как у меня, от которого я взял у него банально весь низ. Там получилось как, батарея была полностью мертва, она не подавала признаков жизни, но он мне ее и отдал. Ну и как оказалось, батарейка ожила. И то при очень интересных обстоятельствах она жила, она не хотела вообще никак заряжаться, пока я банально не ткнул на горячую в контакты щупами мультиметра. После этого резко мигнул индикатор и пошла зарядка. Это, конечно, очень интересно. Ну ладно. Сам аппарат, конечно, это ни капли не MacBook Air. Одной рукой его открыть, ну, думаю, вы сами понимаете, шарнир тугой, и отчасти это даже очень и очень хорошо. У нас тут полноразмерная удобная клавиатура, конечно, стрелки мелкие, но кому это нужно? Да, есть вот какая-то вмятинка, но не критично. Если уж сравнивать вот этот аппарат с MacBook, который я изначально хотел брать, у меня был выбор либо MacBook Air 11-дюймовый с таким же, кстати говоря, железом, но с 2 гигами оперативки, либо вот этим, ну, думаю, сами понимаете, лучше я уж помучаюсь, поставлю Mac, но я буду с нормальным большим аппаратом, с достаточным объемом оперативной памяти. Хотел зайти в BIOS, немножечко не успел. Надеюсь, он меня троллит, ребят. Он реально меня троллит. Обычно он нормально заходит в BIOS, но сегодня что-то как-то ему не понравилось. А, вот. Все. Ну вот, думаю, видно как раз SSD-шник. Вот SATA порт 2. Я так и не понял, где он. Его банально, по-моему, там нету. Он, по-моему, не распаян. Вот как раз Core i5. Ну, 8 гигов оперативки, я уже сказал. То, что слотом 1 именуется, это банально распаянная память. BIOS, однако, скудненький. Самое главное, что хайпертрейдинг есть. И остальное меня больше не волнует. Турбобуст, хайпертрейдинг, нормальная производительность, и я доволен. Вот реально я доволен. Засекать скорость загрузки Mac с SSD не вижу даже смысла. Он стартует очень быстро.
Он реально намного быстрее стартует, чем тот же самый ленивец. Либо еще один мой проектик, который очень скоро вы увидите. Все, полностью готовая система. Достаточно быстро отгрузилась, Wi-Fi прицепился, все, можно работать. Ну, если уж пройтись по тестам, то... Ну и напоследок немножко бенчмарков. А именно, ну, всеми нами любимый Geekbench и Cinebench. Специально скачал для этого их. Ну, в очередной раз видим. Core i5. Да, у меня стоит 10.11.6. Пусть пока тестируется процессор у нас. И тестирование завершилось. Как вы можете видеть, этот аппарат в сингл-коре набирает столько же, сколько ленивец набирал с натягом в мультикоре. Поэтому этот аппарат мне полностью его умудрился заменить. Да и в принципе этот аппарат мне заменил полностью все. То есть и компьютер, и ленивца. Поэтому мой комп на Xeon сейчас, скажем так, просто-напросто висит на продаже. Да, для тех, кто не знал, да, у меня компьютер на базе Intel Xeon на 771 сокете. И скажу честно, комп фигня. И сейчас посмотрим результаты тестирования графики. Вот прекрасно помню те цифры, которые тестирование OpenGL выдавало мне на ленивце. Это было 7,5, максимум 8 FPS. А вот до этого, если честно, я еще ни разу не запускал тест Cinebench на этом аппарате, и я не знаю, чего мне ожидать. Но чую, тут будет хотя бы получше. Насколько мне известно, HD 3000 должна быть, ну, всяко мощнее, чем 8600M. Я, конечно, все понимаю, но что за фигня? Ну и еще раз, пробуем запустить тестирование графики в Cinebench. И что-то мне кажется, оно опять закончится все тем же самым. Один только вопрос. А что за фигня? Ура! Его величество оклемалось. По-другому я уже даже не могу выразиться, но пришлось подождать 3 минуты. 3 минуты, чтобы после нажатия кнопки запуска теста он дошел до тестовой сцены. И я сразу вспоминаю фразу своего хорошего знакомого. Курица не птица, синий бенч не бенчмарк. И вот знаете, по-моему, это правда. И чую, тут FPS будет не шибко лучше, чем на 8600M, но... терпимо. Если учесть, что я в игры на этом аппарате не играю, пользоваться можно. Но графика откровенно слабая. Какая прелесть эти лаги. И знаете, по-моему, 8600M набирала больше. Как я говорил, 7,5 FPS. Ну, очень прикольно. Либо дело еще в незаведенном AGPM.
что вполне тоже возможно. Ну, тестирование процессора в Cinebench, ну, пусть будет. Я надеюсь, что мне опять 3 минуты как минимум не придется ждать. Не, смотрите-ка, сразу. Во все 4 потока обрабатывает. Прекрасно. Ждем. Тест подходит к концу. И мы видим 166. Не знаю, хорошо это, либо плохо, но меня устраивает. Конечно, это уже судить чисто вам. Вы можете сравнить со своими компьютерами, со своими лаптопами. Но меня данный аппарат устраивает целиком и полностью. Особенно мне понравилось качество звучания этого аппарата. Вот просто без колонок, без наушников. Просто его встроенные два маленьких динамика. Кстати говоря, вот сейчас небольшой перечень будет того, что менялось в этом аппарате. И первым же делом это я заменил оперативную память, планочку на 2 гига заменил планкой на 4, которая сейчас стоит. Ну а после этого пошло-поехало. Замена низа полностью, замена правого динамика, потому что он был тише, чем левый. Я не знаю, что с ним случилось, но он был тише. Ну и напоследок еще Денис мне просто так отдал презентом батарейку, которая ожила и которая имеет 300 циклов. Ну а на этом, ребята, все. Всем удачи, всем пока. А я оставлю монтировать и пойду праздновать.